Горит лампа, посмотри. Да. В общем, приехали на Чимбулак. Вот, работает только вот пол Чимбулака. Там они проводят какие-то технические работы непонятные. В общем, встряли. Не очень нам это все сейчас нравится. Интернет не работает. Паспорт оставил в залог. Оплата наличными везде. Вот. Ну, QR только работает, у кого Каспий. В общем, не знаю, начнем вот кататься с комби один. У меня посмотри, я скажу, как это. Чуть дальше. И чуть вниз. В общем, смотрите, мы узнали, что случилось. Там вот горит. Оказывается, там горит. Оказывается, там сегодня ночью сгорело кафе «Облака», вот, которое мы снимали. Вот теперь не будет съемок с кафе «Облака». Мы будем надеяться, что они построят еще лучше. Ну и за это вот закрыли эту гондольную дорогу. Вот такая вот история. Все. Так и учится всему. Вот такая красота! Все-таки решили мы. Я решил тоже здесь проехаться. Посмотрим, чем это все закончится. Что-то здесь решил, я думал, он туда поедет. Я думал, ты туда поедешь. Thank you.
Ну да. Офигеть, да? Так, сюда мы поедем. А? Вышел уехали. Не, на воде на жопу. Не, здесь я не хочу, давай туда пройдем. Давай дальше. Поехали дальше. Там назад за ним. Ну. Надо было раньше спускаться, да? Ну, красиво проехал пацан, да? Лыжи у него фрирайдерские.
Че? Нет, сюда не поедем, Артур. А, скамеечки? Да-да-да. Классные скамеечки. Блин, зачем сюда? Я поеду, объеду. Осторожно здесь, осторожно. Там рыбина. Чуть не упал, говорю, и в том же месте, где и ты. Устал. Я именно в том же месте, да, где и ты, да? Да-да, я видел. Я еще говорю, о, Артур чуть не упал. И такой раз. И поскользнулся. Поехали. Давай, ты первый. Артур. Ты первый. Есть первый. Отлично покатались. Да?
Сторис обязательно все выложим, и вы можете увидеть, какие результаты занял именно ваш ребенок. И еще, друзья, сегодня все без исключения получат медали вне зависимости от места. Конечно же, мы будем сейчас чествовать и поздравлять тех, кто занял первое, второе, третье место. Ну а после фотосессии вы можете подойти к организаторам, которые находятся сзади меня, и они все участвуют. Вот мы и пришли, наши Ю-12.